Правда, все продолжается, как и в прошлом году, в связи с эпидемиологической ситуацией. На сегодняшний день я так скажу, что нам легче, потому что мы уже знаем, как работать с данной инфекцией, как себя вести в этой ситуации. А вы работаете в моногоспитале уже, получается, второй год, да? Так скажем, я среди первых врачей, кто зашел туда, это первые смены, которые были. А потом я отдохнул, потому что организм-то требовал именно отдыха, и после реабилитационной коронавирусной инфекции не мог работать. Я сомневаюсь, что я там заразился. Это было после. Потому что инкубационный период, как я посчитал, что это после того, как я вышел со смены. В СИЗах, как мы работаем, я считаю, что сложно. Потому что не просто так одну маску одеваем или нет. Там специальная вот спецодежда. Все привыкли сразу. Мне именно работать так. Потому что мы нужны людям. Мы должны оказать помощь. При госпитализации там тяжелое состояние, бывало, что крайне тяжелое состояние. Лежали те пациенты в реанимации, потом потихоньку восстанавливались, пришли к нам с реанимации на профильное отделение инфекционное и потихоньку восстанавливались. И мы видели результат. Вот это самое такое приятное. Наши пациенты очень благодарны. Они нас вспоминают хорошими словами, это очень приятно. Поэтому желаю крепкого здоровья, много-много счастья. И чтобы быстрее пандемия закончилась, чтобы мы вернулись к прежнему образу жизни. И давайте всегда будем на позитиве. Еще раз говорю.